Есть экономическая реальность, так вот все плохо. Шоу-бизнес вес пострадал. Я бы поставил действиям Центрального банка 2. Мы чувствуем кризис, мы чувствуем некую напряженность. И мне кажется, нет такого человека, который не пострадал. Кризис сказался на всех артистов, конечно же, концертов стало меньше. Конечно, безусловно, все мы уже чувствуем, что жить мы будем, конечно, победнее. Мы стали меньше продавать спектакли, мы стали меньше ездить по регионам. Сколько я себя помню, мне с детства писали на руке цифры ручкой шариковой в очередь вставать за маслом там или за колбасой, или за сахаром. Поэтому, да что мне этот кризис? Ну, мы с вами вспоминали Великую Отечественную войну, уж какой удар. И то вынесли, да? Кризис – это возможности? Прежде всего. Кризис – это как кислота, которая проливается на металл. Если внутри он мягкий, то он прожгется. Если внутри он твердый, то шелуха и ржавчина облетит. Но такая великая, огромная страна, как Россия, не может быть зависима от цены бочки нефти. Самое главное – терпеть народу, не паниковать. Могу вам сказать, сегодня у того, кто живет по принципу капитана Клинцевича, под лежачего лейтенанта, кизлярский коньяк не течет, а немножко шевелит булками своими, он добивается очень многое.